звонила в Петербург. Мне сказали, что или полиция привезет, или сами можете забирать вместе с, ну, вместе с сотрудниками. Собираетесь ехать туда? Я не знаю, или сотрудники привезут, или я их не знаю. Абсолютно, да, она нормальная была девчонка. Учеба ей давалась с трудом. Желание учебе она не проявляла. Ну, на уроки приходила, вела себя как обычная ученица. На перемене немножко баловалась. Математика ей сложная, математика, конечно, давала.